Появляются, наконец, команды на поле с некоторой задержкой. О раскладах турнирной таблицы, других матчах тура расскажу после того, как прозвучит государственный гимн. Беларусьбанк рад приветствовать на сегодняшнем матче спонсора чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2021. Уже несколько матчей в этом туре прошло, и вчера... В сегодняшнем первом поединке Шахтер Солигорский набрал свои 3 очка, был сильнее на выезде Энергетика БГУ. Что же касается первого тура, там динамовцы обыграли довольно уверенно, с запасом, скажем так, обыграли Торпедо БелАЗ 3-0. В то же время Витебск неплохо смотрелся в игре против Немана. Здесь и посадочных мест всего лишь, может быть, штук 200 или около того. Илья Матвейчик с мячом. Кисляк получает, но он спиной к воротам находится. И подавать, например, в штрафную неудобно. Селява. Еще левее. Бацула. Рядом поезд. Передача на него исследовала. Быков попробовал выгадать момент для удара. Ну, а наносит этот удар в итоге Сергей Кисляк. Мяч по красивой траектории пошел, но немного разминулся с рамкой ворот. Скорее, вот именно 20-й номер. Ну, вот такой незатейливый розыгрыш. Дальний удар Скитова с правой ноги. Мяч идет мимо ворот соперников и попытался пробросить между на Матвеенко. В итоге Антон вот сейчас добирается до мяча. Он у углового флажка попытается на дриблинге своем уникальном для высшей лиги пройти. Хороший момент для удара. Но это была подача, это был не удар. Евгений Краснов с правой ноги запустил такой банан в штрафную. Было касание одного из футболистов Динамо. И в итоге сейчас Витебск вбрасывает аут. Теверов успешно поборолся. Ермакович, Теверов. Возможность для удара с левой ноги бьет Теверов. Помазан готов был. Хороший эпизод. Хороший эпизод. И не бойся, обыгрывай. Но Давыдский выбирает другой вариант. Возвращает мяч партнеру. Атака уже по правой стороне сейчас развивается. И мяч в сетку не залетает. А разыграно было очень хорошо. И бил поворотом вот как раз 21 номер минского Динамо. Набирает, у него есть перед ним пространство. Будет ли первым Теверов на мяче? Буквально одного шага форварду не хватает. Помазан уверенно мяч в руки забирает. Сергей Кисляк хорошо переводит Бацула. В штрафную грузит удар поворотом. Владислав Климович пробивал. Ноль-ноль. Поехали. Динамовцы развели. Резервные игроки разминаются. Хорошая подача. Удар поворотом. Мяч над перекладиной просвистел, как пуля. Андрей Бацула не попал в рамку. Заграничная, да, на сборах. Ну, чаще всего наши команды в Турцию отправляются. Хотя вот как раз-таки Динамо работало в России. С острого угла пробивал Климович. Не попадает в створ. Зар поддавливает его Климович. Но передача хорошая у бразильца вышла. Матвеенко разворачивается. Против него работает Матвейчик. Но Матвеенко все-таки свой шанс-то нашел. И выглядело это весьма перспективно. Со счетом 0-0. Будут довольны, наверное, те игроки в фэнтези, которые выбирают витебских защитников или голкиперов в свою команду. Кисляк. Дальний удар. Хорошо поймал мяч. И момент для нанесения этого удара. Гущенко в красивом прыжке. Зафиксирован.
Вандерсон. Его атакует Матвейчик. Без нарушения правил забирает мяч, по мнению арбитра. Быков. Удар по воротам Артема. Не точно. И вот в эту паузу Витебск производит еще одно изменение. Появляется Евгений Краснов. Заброс в район 11-метровой отметки. Удар по воротам. Мяч заметался в штрафной площади. Какой шанс у Ксеноконтова? Какой же шанс сейчас не реализовал 55-й номер Витебска? Мог он принести своей команде победу буквально на падающем финишном. Все. Завершается поединок. Было непросто сегодня для вас работать, но мы справились. Артем Волчек комментировал матч. Большое спасибо, что были с нами. Определены лучшие игроки матча. Лучшим игроком в команде гостей футбольного «Динамо» Минск не одерживает победу. Отстает от «Шахтера» на 2 балла.